батьківські поради. Суперництво дітей в родині. Для багатьох людей родина – це найголовніше у житті. Це скарб, який хочеться берегти і про який хочеться піклуватися. Звичайно ж, невід'ємна частина родини – це діти. Та от коли в родині більше, ніж одна дитина, може виникнути суперництво між ними. Чому це відбувається? Як уникнути ревнощів і конфліктів? Як може проявлятись суперництво у дітей в родині? Та чи настільки це погано, як може здаватись? Кароліна – третя дівчинка, найочікуваніша, тому що перші двоє хлопців, різниця маленька. Перший у мене син 9 років, потім 7 років, тобто відповідно 2 роки різниця. Ну і між середнім і Каролінкою 3 рочки різниці. І відповідно вони всі в маленькому віці, малолітні діти, які постійно один з одним суперечать, постійно змагаються один поміж одного, воюють за мою увагу. І відповідно у нас це питання виникає щоденно, і щоденно потрібно з цим якось розрулювати. Яким чином намагаюся приділити увагу кожному з них і старшим пояснювати, що вона все ж таки дівчинка, що вона наймолодша, а їй пояснювати те, що не потрібно їх спеціально провокувати на ці всі лайки, спори, відбирати іграшки спеціально у них для того, щоб їх подратувати. Ну, наприклад, ситуація, коли старші двоє граються між собою якимись машинками, у них якась рольова гра, відповідно, Кароліна відчуває, що у неї немає уваги, що вони не звертають уваги, не хочуть брати її до своїх ігор, вона починає або забирати цю машинку, або якимось чином робити так, щоб їм це не сподобалось. У мене є дві дочки, Поліна і младша її сестричка Даша. Вони постійно як би з собою суперничають, друг з другом. Так як Поля була старшою дочкою, у нее есть свое как бы личное пространство, у нее есть как бы свои игрушки, которые были приобретены до рождения младшей. И у нас постоянная дилемма. То, что это игрушки Полины, но так как есть уже младшая сестричка Даша, ей тоже хочется играть этими же игрушками. На что Поля как бы некоторыми игрушками делится, а есть такие, которые она просто никакую не хочет отдавать. Мы долго думали, как правильно решить как бы эту проблему, и дошли к тому, что мы сейчас стараемся покупать отдельные игрушки старшей и отдельные игрушки младшей. И обозначивать как бы есть Полины игрушки, есть Дашины игрушки. Что есть, если Даша подойдет к Поле, спросит, можно ли поиграться, Поля скажет, можно, окей, бери, играйся. Если нет, то тогда мы тоже как бы придерживаемся этой позиции. Если нет, если Поля не разрешает, то значит Поля не разрешает. Это ее игрушка. Но это не говорит о том, что она жадная или не хочет этим делиться, но как бы у ребенка тоже должно быть что-то свое. Это, ну, ее личное, кто не должен на него посягать, скажем так. У меня есть брат. Вот он у меня на 7,5 лет младше. Вот. Ну, приятные моменты, в принципе, вспоминаются по поводу соперничества. В общем-то, не было каких-то таких, ну, скажем, негативных, насильственных каких-то, да, отношений между нами. Вот, по-детски воевали. Это сейчас вспоминается, ну, с такой радостью, смешно. Сейчас сравниваешь и думаешь о том, как бы, как будет у меня с детьми, с чего берешь, естественно, пример, как надо, может быть, как не надо. Вот. Ну, наверное, это для детей, скорее всего, положительный опыт, как я так понимаю. Потому что, ну, все-таки
проблема в этом только есть тогда, когда это доходит до какого-то насилия, вот как я считаю. Вот, когда дети действительно наносят какие-то друг другу травмы, действительно видно, когда они друг друга ненавидят, может быть, ну вот относятся с большой агрессией. Вот, вот тут вот, наверное, тот момент, когда нужно сконтролировать это родителям, ну, прежде всего родителям, скажем, да, вот. Ну, если это, в принципе, в такой форме, как бы, ну, немножко подрались, ну, немножко что-то поделили, да, вот. Ну, мы, например, вот как бы делили-делили, где-то могли там подраться, где-то поспорить, всякое бывало. Ну, мы сами как-то решали эти все конфликты очень спокойно. То есть родители уже смотрели к вечеру, то есть мы уже вместе обнимались, смотрели фильмы, мультфильмы там и все такое. То есть все заканчивалось очень положительно и хорошо. Вот. И, ну, как я считаю, это, наверное, не единичный случай. Это, в общем-то, проблема везде такая. Не только в семье, наверное, и в классах, в школах, на работе, в общем-то. Вот. Поэтому я вот считаю, почему? Вот это начинается вот как бы с детства, вот этот опыт, да, решать какие-то, может быть, вопросы, конфликты. Вот. И когда их дети сами еще могут решить, очень красиво, вот дети, когда могут их решить, значит, они учатся сами, самостоятельно уладить какие-то конфликты. Вот. Если, конечно же, это не получается, естественно, это, ну, наверное, даже не наверное, а родители должны подсказывать, как правильно направить для того, чтобы это у них получалось. В принципі, суперництво між братиком і сестричкою зазвичай це являється як норма, да? Тому що коли одна дитина росте до певного періоду вікового, вона являється центром сім'ї. Так? І тут не звідкіля береться інша дитинка, маленька, братик чи сестричка, на яку починають звертати більше уваги, яку починають більше носити на руках. Да? І в старшої дитини, звісно, виникає відчуття ревнощів. Да? Вона відчуває, що її менше люблять, і з нею менше проводять часу. Звісно, вона в цей момент починає поводитися агресивно. Для того, щоб цього уникнути, да? Скажімо так, для того, щоб цей період зробити більш нормальний, в сімейних стосунках або в сімейному оточенні, перед появою нової дитини, нового члена сім'ї, батьки мають поговорити, якщо перша дитина вже доросла і розуміє. Якщо це вік 2,5-3 роки, то на момент появи другої дитини мама має максимально переключитися на дітей. Мой как бы совет родителям, не совсем советовать я могу, но я никакую научную степень в этом не получал, ну не знаю, но чисто мое личное наблюдение, что бы я хотел бы посоветовать, это то, что детям нужно давать решать свои проблемы сами. То есть никогда не говорить, вот Даша, ты сделала неправильно, или Поля, ты сделала неправильно. Их нужно, если, ну, доходит уже до конфликта, ну, разъединить, то есть развести по комнатам или еще что-то, ну, чтобы не накалять обстановку. Но проблему именно саму решать они должны сами. Ну, это опять же таки чисто мое мнение, ну, пока оно работает. На мою думку, діти конкурують, тому що змагаються за увагу батьків. Кожен з дитини хоче максимально бути важливий і значимий в сім'ї. А відповідно, коли дітей багато, увага розпиляється і не може бути приділена тільки одній дитині. З цього виникає наступна ситуація, коли кожен намагається звернути на себе. А якщо це не виходить спокійно простим звертанням, то включається конкуренція між дітьми. Тому моя порада батькам – максимально приділяти увагу кожному з ним, залучати спільні ігри, сімейні ігри, там, де кожен приймає участь, кожному з них цікаво, і кожен розуміє, що його люблять, цінують і поважають, кожного з них.
По моему мнению, детки в семье соперничают, потому что все-таки это растут хоть еще и совсем маленькие, но индивидуальности, которые, в принципе, делят какую-то, отстаивают свою точку зрения, делят какую-то свою территорию, свою собственность, то есть пока что это какие-то игрушки. Вот. У каждого есть свои интересы, вот, которые ребенок отстаивает. Это, в принципе, очень нормально, это очень как бы хорошо. Вот. Но еще есть моменты, наверное, такие, почему соперничают, потому что мы, родители, иногда не замечаем то, что делаем мы. То есть и не замечаем, как это воспринимает ребенок. Тож для того, щоб уникнути суперництва дітей в родині, достатньо встановити певні правила, які будуть передбачати інтереси суперників. Також варто давати дітлахам можливість вирішувати конфлікти самостійно, без втручання дорослих. Але пам'ятайте, інколи суперництво дітей в родині може сприяти розвитку малюків.